Внешность или внутренний мир? Внешне. Шлепки или босоножки? Босоножки. Nokia или Siemens? Nokia. Крафтс или Nestle? Nestle. Пахтакор или буньоткор? Буньоткор. Подписчики или фолловеры? Фолловеры. Хулиганка или умница? Умница. Нежно или грубо? Грубо. Кукси или окрошка? Окрошка. Розовый или голубой? Розовый. TikTok или Instagram? TikTok. Бенгал Китти или Харли Квинн? Бенгал Китти. B&B или Чайков? Чайков. Грудь или попа? Попа. Деньги или секс? Деньги. Чики-брики или дон-дон-дзыки? Дон-дон-дзыки. Нулевые или десятые? Нулевые. Официантка или пол-дэнс? Пол-дэнс. Трамп или Путин? Путин. Готовы ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 29. Насколько себя чувствуешь? 20. А сколько дают? 25-26. Ты сейчас замужем? Да. В какой школе училась? 83. В какой ты национальности? Я русская, азербайджанка, украинка. Почему веришь в гороскопы? Ну, потому что я близнец. Из-за чего веришь в Бога? Потому что я, когда его что-нибудь прошу, он мне дает то, что я прошу. Веришь в инопланетян? Верю. Сколько раз ходила к экстрасенсам и что они говорили? 3 раза говорили мое будущее. Какое оно у тебя? Все то, что они сказали, все произошло. В какие суеверия ты веришь? Верю в то, что можно съесть серединку лепешки, и у тебя родится мальчик. У меня родился мальчик. Посвисти. Твой фетиш. Я люблю мужские попы. Кем мечтала стать в детстве? Стюардесс. А кем стала? Домохозяйка. Твоя кличка. Меня сейчас все называют мамку узбекского ТикТока. Какое образование? Бухгалтер. Ты лучше всех воруешь в ТикТоке? Да, я плагиат. Сколько тратишь денег в месяц? Ну, по-разному бывает, и $300 потрачу, и 400. Сколько денег воруешь у мужа? Много, 500. Сколько зарабатываешь на соцсетях? Всегда по-разному бывает, и $500 бывает, и $700, но это в месяц. Самый дорогой подарок от мужа? Машина. Самый дорогой подарок мужу? Телефон, айфон. Сколько или что предлагали за секс? Предлагали деньги, 2-3 тысячи долларов, предлагали телефоны. Хотели отправить мне телефоны, но не пришли подарки. Ты из бедной семьи? До первого класса мы жили очень хорошо, скажем, богато. Но потом, когда моего отца посадили, тяжело стало нам. Какая у тебя машина? Каптива. Какой у тебя телефон? iPhone 11 Pro. Это подарок? Да. Дралась? Да, с мальчиком один раз подралась в дискотеке, на дискотеке. Я ему отбила нижнюю часть, были синяки, гематомы. Меня потом забрали в РОВД. Был в суд. Воровала? У мужа, да. Насколько ты ревнива? Я на 10% где-то ревнивая, а так я не скажу, что я сильно ревнивая. Любишь своего отца? Нет, потому что я не считаю любить такого человека, который поднимает руку с ножом на мать. Твой первый поцелуй? 14 лет. Первый парень? 14 лет. Первый мужчина? 16. Была любовь с первого взгляда? Была. Тебе изменяли? Да. Ты делала аборт? Я делала, у меня была еще невматочная беременность, мне удаляли одну трубу. После этого я сделала еще один аборт, и после этого я родила ребенка. Аборт – это преступление? Нет, это не преступление, все зависит от обстоятельств. Ты прощала измены? Прощала. Но потом я изменяла на принцип. Спала с чужим мужем? Был разочек-грешочек. Почему девственность до свадьбы не имеет значения? Ну, потому что если парень с девушкой не сойдутся в постели, зачем им тогда дальше жить? Во сколько нормально терять девственность? 18 лет. Есть ли причины, за которые мужчина может поднять руку на женщину? Есть, это измена. Подвергалась насилию? Подвергалась, но я убежала. Как относишься к лесбиянкам и к геям? К лесбиянкам хорошо, к геям, ну, так, среднячок. Геи хуже лесбиянок? Да, ну зачем долбиться им в попу друг другу, а я вообще-то не понимаю. Я понимаю, если там девушки друг другу. Это болезнь или нет? Нет, это не болезнь. Если девушка столкнулась с парнем, и ее не устроил парень, ей понравилась девушка. Ну, она понравилась и девушка, и все.
Как относишься к разрешению однополых браков и установлению детей такими парами? К женской хорошо отношусь, к мужской против. Был однополый опыт в твоей жизни? Был 2 раза. У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Есть девушки. Не осуждаешь проституцию? Нет. Лучше пусть за деньги дают, чем они будут там со всеми подряд что-то не давать. Кто для тебя шлюхи? Те, которые чпокаются со всеми. Количество бывших парней имеет значение? Нет. А количество партнеров? Нет. Какое количество нормальное, а какое уже перебор? Ну, нормальное, наверное, 20. Перебор, конечно, 100. Количество бывших девушек у парня имеет значение? Нет. Спала с девственником? Да, был разочек. Секс на первом свидании – это нормально? Да, нормально. Твое отношение к легализации борделей? Вообще супер. К азартным играм и легализации нет, казино? Нет, я против. Против. К легализации наркотиков? Против. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Да, потому что у меня есть один друг, он сейчас живет в России. Употребляла наркотики? Был грешок. Были попытки самоубийства? Был один раз. Хотел вены себе чуть-чуть скрыть. Ты красивая? Сейчас зашибись. Какой у тебя есть комплекс? Мой комплекс – это мой живот и мой нос. Так что не смотрите на мой нос. Любимое матершинное слово? Пиздец, блядь. Часто врешь? Бывает. Почему? Во благо. Ты сплетница? С подружками. Как тебя хейтят? Ты старая, хватит тиктоком заниматься. Ты первая из тиктока в Узбекистане? Я считаю, что я первая, которая стал заниматься именно ТикТоком в Узбекистане. Это все пришло с России. Я не видел, чтобы Узбекистан занимался ТикТоком. Что скажешь своим хейтерам? Есть фейковые аккаунты? Подожди. Я здесь, вы там. Есть фейковые аккаунты? Нет, нету. Часто меняешь свое мнение? Да. Как сейчас? Почему мужики козлы? Ну, бывают козлы, бывают нормальные мужчины, они не все козлы. Как тебя предавали? Предавали, один раз предали, потому что меня назвали шалавой. Второй раз меня обокрала моя подруга. Часто смотришь порно? Бывает. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? 100. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? 200. Я же близнец. Живущий и родившийся в Узбекистане обязан знать узбекский? Нет, не обязан, потому что я сама живу в узбекской семье. Я не знала узбекского языка, когда я стала жить с ними, я уже начала понимать, так что не считаю. С милым рай в шалаше? Нет. Как относишься к случайному сексу? Вообще нормально. Хочешь уехать? Нет, это моя родина, я люблю свою страну. Ты счастлива? Очень. Какая у тебя репутация? Ну, скажите вы мне, какая у меня репутация. Накручивала подписчиков? Был один аккаунт, но его сейчас уже нету. Самый обидный комментарий? Ты старая. Я не считаю себя старой. Делала пластику лица или тела? Нет, но хочу все сделать. Сиськи, попу, глаза, все хочу сделать. Размер имеет значение? Нет. 15 сантиметров – это приговор? Нет, смотря как им пользоваться. Ты принцесса? Я королева.